Добрый вечер, друзья. Я рад приветствовать в нашей комнате. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, чтобы я понял, что меня слышно, видно и все нормально. Хорошо, спасибо. Обращение лично к Дмитрию. Если вы очень торопитесь, то вы можете просто-напросто на волшебную кнопочку «Выйти». Такая кнопка есть в интернете. Выходите спокойно, никого не раздражаете и не сеете негатив. Итак, меня зовут Николай Лобанов, и сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Мы поговорим с вами о том, как зарабатывать в интернете, давая возможность другим людям зарабатывать очень серьезные деньги в интернете. И давайте с самого начала договоримся, здесь есть много, наверное, новичков, людей, которые нас первый раз видят, чтобы мы в чат не скидывали спам, флуд, всякий мусор и так далее. Если такое будет, мы будем просто удалять таких людей, а если это будет повторно, то мы будем банить. И тогда вы в подобную комнату вообще не сможете войти. Кто с этим согласен, поставьте плюсики, и мы движемся вперед. Хорошо, спасибо большое за понимание. Итак, очень важно понять, где мы с вами находимся. Мы с вами очень незаметно перешли к капитализму и очень постепенно перешли в эру информационного потока. Мы с вами сегодня черпаем всю информацию не в телевизоре и не в газетах. Мы идем в интернет. Идем в социальные сети, идем в YouTube, идем на сайты, там все узнаем. И очень важно понять, что деньги сегодня находятся тоже в интернете. Например, вот в 2009 году было создано приложение. Всего лишь приложение. Это программное обеспечение, которое сегодня стоит 50 миллиардов долларов. Оно позволяет людям найти быстро вызвать такси, а таксистам найти быстро людей, которые хотят приехать из одной точки в другую точку. Или вот взять для примера целый гостиничный комплекс Hilton по всему миру. Он стоит 50, то есть он стоит 19 миллиардов долларов. 19 миллиардов, ему 55 лет. Но было создано приложение в 2008 году, то есть ему получается 7 лет всего лишь, которое позволяет людям найти квартиру, снять квартиру, продать квартиру. И его стоимость 25 миллиардов. Сравните, 55 лет гостиницы по всему миру и стоит меньше, чем какое-то приложение. Или вот еще очень интересный факт. Вы видите, как открываются, закрываются магазины, меняются вывески, закрываются даже супермаркеты, потому что сегодня это большие затраты на аренду, на складирование, оплату работников и так далее, и так далее, и так далее. И при этом, естественно, другое направление – интернет-торговля, электронная коммерция развивается совершенно сногсшибающими темпами. 11 триллионов долларов по всему миру. Не миллионов, не миллиардов, 11 триллионов. Это всем известные продающие площадки – Amazon, Google, eBay, Target, AliExpress и так далее. И сегодня люди, ну особенно на Западе, в Америке, в Европе, покупают в основном через интернет-магазины. Просто важно это понять. Если вы еще мало покупаете в интернете, то это не значит, что никто не покупает. 11 триллионов долларов только в 2014 году. В 2015, естественно, будет больше. И мы сегодня поговорим о компании, которая примерно 2,5 года. 2,5 года, и она как раз работает на рынке электронной коммерции. За это время она создала обороты, заработала больше 2 миллиардов долларов. 2 миллиарда – это очень серьезно для компании, которая всего лишь 2 года с небольшим. И при этом выплатила своим партнерам, то есть людям, которые зарабатывают сегодня на интернет-площадках, более 380 тысяч, то есть 380 миллионов долларов. 380 миллионов долларов – это очень серьезная сумма. Напишите, пожалуйста, Виталию, чтобы он перезагрузил комнату, мне сейчас некогда это делать. Итак. Любой человек понимает, что цены всегда есть разные. Есть оптовые, есть розничные. В одном магазине одна, в другом другая. То же самое касается интернет-магазинов. Например, один продукт или товар на eBay может несколько раз отличаться по цене от товара в Амазоне и наоборот. И компания Infinii создала некое приложение, которое позволяет нам быстро находить такие товары и работать вот с этой разницей в цене. И значит при этом зарабатывать. Причем зарабатывать весьма-весьма приличные деньги. Ну вот представьте, например, у вас есть три наименования товара. Вот здесь электрические лампы, брюки, какие-то детские товары. Вы продали 10 штук ламп, это 60 долларов. Продали 25 брюк, это 115 долларов. Продали 10
Нет, 20 детских товаров – это $200. Представим, что это за день. Вы за день заработали порядка $400. Вам не нужно ездить на работу, вам не нужно ездить в офис, вам не нужно контактировать с начальником, хозяином, работодателем. Вы делаете свое дело, вы делаете свой бизнес и зарабатываете весьма-весьма приличные деньги. Кто-то считает, что это много, да, $400 в день, но вы можете на YouTube поискать, люди зарабатывают тысячи долларов ежедневно. На площадках, о которых я говорил, eBay, Amazon и так далее, они ничего не производят, у них нет своего магазина. Они просто работают вот с подобными вещами. Они выставляют один товар на другой площадке или с этой площадки на другой. И вот на этом зарабатывают. В Америке сегодня это тренд. Сегодня огромное количество людей хотят зарабатывать на этих продающих площадках. Но компания Infinii создала нечто необычное. Она создала робот, она создала программу, которая позволяет нам с вами, обычным людям, ничего в этом не понимающим, научиться и зарабатывать на этих площадках, на разницах и на собственной площадке, которая называется Springboard. Это название трамплин. То есть сейчас только все начинается. Важно понять, запуск этого сервиса, запуск этой компании на русскоязычном пространстве будет с 15 января. Но уже сейчас сайт работает, сейчас уже работает программа, обучающие видео, но на английском языке. Те из вас, которые знают английский язык, вы можете уже начинать буквально с сегодняшнего дня использовать все это. Здесь нужно просто приобрести для себя лицензию на данную программу. Самая минимальная лицензия – это $50. Да, здесь ограниченные функции. У вас 15 наименований товаров. У вас минимальный функционал, но с этого можно начинать. У вас уже есть видеоролики обучающие, вы начинаете действовать и начинаете зарабатывать. Например, 5, 10, 20, пусть $50 в день на этой программе. Если вам этого мало, вы переходите к следующему этапу. Это уже программа более функциональная, она стоит $150 в месяц. То есть это лицензия, которую вы оплачиваете за то, что пользуетесь данной программой. И здесь у вас уже более широкие возможности. 30 наименований товара. Вы можете больший процент устанавливать на продаже, и у вас более высокий уровень обучения. Под каждый пакет дается свое обучение. И именно обучение является главной ценностью, которую сегодня компания может дать. Ну и плюс функционал программы. Множество людей зарабатывают сегодня без вот этой программы. Но они проходили какое-то обучение. Я думаю, вы понимаете, вот так с нуля войти на Amazon и eBay, зарабатывать большие деньги невозможно. И здесь вас будут обучать специалисты, как это делать правильно, грамотно, эффективно, с минимальными затратами времени, денег и тому подобное. Если вы хотите идти дальше, зарабатывать тысячи долларов ежедневно, вам предлагается программа стоимостью в $400 ежемесячной лицензии. Это уже сверхзвуковой лайнер. Здесь у вас 60 товаров, которые можете оперировать. Вы можете устанавливать цену на до 400%. Выше, чем та, по которой вы берете. Вы работаете и на площадке Springboard, и на еще множестве площадок во всем мире. И у вас самого высокого уровня обучения. Здесь вы можете зарабатывать просто очень большие деньги. И $2000 в день, и 3, и 5. В интернете можете найти. Вот есть видеоролик, где женщина $4200 заработала за 24 часа. Это не какой-то уникальный день, это просто ее рабочий формат. Поэтому вы тоже можете дойти и до этого уровня. Просто важно, чтобы вы понимали, какие деньги вы можете зарабатывать на каждой программе. Здесь можно зарабатывать очень большие деньги. И до декабря этого года компания занималась именно тем, что обучала людей тому, как зарабатывать, и давала определенный функционал. Но сейчас она добавила функционал. Она добавляет продукты на свою площадку, и она предлагает, кроме того, что зарабатывает на площадке eBay, Amazon и так далее, предложила еще и сетевую составляющую. То есть, любой человек может, кроме того, что зарабатывать, сидя дома перед компьютером, зарабатывать еще, давая информацию о том, что есть такая программа, есть такая возможность. И вы просто подумайте, сколько в вашем окружении людей, начиная с студенческого возраста и до пенсионного, которые хотели бы зарабатывать чисто сидя дома перед интернетом и работая с товарами. Не с людьми, а с товарами. Я думаю, у каждого найдется, ну, по меньшей мере, десяток таких человек.
А в интернете таких людей миллионы, которые хотели бы зарабатывать вот таким путем. И когда вы им даете информацию, и они для себя приобретают эту лицензию, кроме того, они еще начинают зарабатывать на товарах, вам за это компания выплачивает комиссии. И здесь есть 6 видов дохода, очень серьезные доходы. То есть сама программа дает возможность, обучившись зарабатывать большие деньги, и создание сети, создание команды, создание оборота позволяет зарабатывать очень большие деньги. Важно понять, что здесь два вида маркетинг-плана. То есть здесь гибридный маркетинг-план. Во-первых, это бинарная система, где у вас строится левая и правая ветка. И линейная система, где у вас строится ширина, которая идет в глубину. Здесь два вида вознаграждения. Если обычная бинарная компания дает возможность зарабатывать вам на меньшей ветке, а большая отрезается от вас, она дает только возможность зарабатывания, то в нашем случае, когда у вас есть гибридный маркетинг-план, вы зарабатываете и на минимальной ветке, и на максимальной, когда у вас есть здесь команда. Итак, все начинается с того, что вы, поняв идею, подключаетесь и приобретаете для себя две возможности. Первое. Вы можете приглашать партнеров. Эта возможность тоже не бесплатная, она стоит $10. Подключение для вас бесплатно. Любой человек регистрируется бесплатно. Но чтобы пригласить первого, второго и так далее партнеров, людей, которые будут строить вашу команду, вам нужно заплатить $10 в месяц. Это партнерская активизация партнерской программы. Второе. Вам нужно оплатить $50 как минимум, чтобы получать вознаграждение. И если вы это сделали и пригласили первого человека и второго человека, вы уже получаете вознаграждение. Когда они начинают продавать товары и зарабатывают деньги, вам тоже начисляется BV, это баллы, которые потом переходят и в ваши доходы. Один, например, продал, заработал 4 BV для вас, второй продал, заработал 12 BV для вас, это все суммируется. Здесь человек купил для себя лицензию за 150 BV, здесь за 400, и это все составляет ваш товарооборот. И продажа лицензии, и продажа товаров через площадки, которые предлагает компания Infinii. И вот так у вас начинает строиться бизнес. Этот человек вошел и пригласил тех, которые строят команду. И также пригласил тех, кто просто хочет, например, зарабатывать на программе. Этот человек вошел, тоже пригласил и таких людей, и таких, и это создает товарооборот. Весь этот товарооборот ваш, командный. Отсюда вы получаете доход. Первый вид дохода за личное приглашение. Это бонус быстрого старта. Вы пригласили человека на вебинар, он посмотрел для себя, дали ему ссылку в скайпе или в социальной сети, он посмотрел, заинтересовался, приобрел для себя лицензию, вы получили 15%. Если маленькая лицензия на $50, вы получили $7,5, максимальная лицензия $400, вы получили $60. Причем эти деньги вы будете получать ежемесячно, когда человек оплачивает ежемесячную лицензию. Следующий вид дохода называется beginner бонус или бонус для начинающих. Вот это уникальное, я могу сказать, изобретение компании Infinii, потому что вы получаете аванс. Вы получаете своего рода подъемные деньги, которые позволят вам продержаться первые 2-3 месяца, даже если вы еще не успели овладеть программой. Вы уже будете зарабатывать здесь небольшие деньги, ну, для кого-то небольшие, для кого-то приличные. Если вы просто сами вошли на $50 и пригласили одного человека слева, одного человека справа на $50. Вот это включает уже все остальные виды дохода. Если вы одного пригласили, у вас нет видов дохода, ну, один есть, нет, два. Один за личное приглашение и второй еще командный, там я дальше покажу. Но когда вы двух пригласили, одного слева, справа, включаются все остальные. И включается вот этот beginner бонус, то есть бонус для начинающего. К чему он сводится? Компания гарантированно вам выплатит $600, но не сразу. В течение 3-4 месяцев или меньше, по мере развития вашего бизнеса. Чем быстрее будет развиваться ваш бизнес, тем быстрее вы заберете эти $600. Вы можете их и в первый месяц забрать, если у вас активно идет развитие бизнеса. Но все начинается с того, что вы пригласили двух, это создало оборот суммарный 150, но как только
еще будет активность, например, вот здесь появится человек или продажи какие-то на 50 BV. Это уже 200 BV, и здесь срабатывает формула умножения на 1,5, на 1,5. Уже $300 компания вам выплатит. В течение, может быть, первого месяца, второго месяца, но $300 уже выплатит. Когда оборот составит 400 BV, умножаем на 1,5, это будет 600. Вот на первом этапе выплачивается 600, а дальше вот здесь мы видим цифру 1800. То есть на трех этапах вы получаете возможность получить 1800. Ну, пока говорим о 600, потом я дальше немножко объясню. Третий вид дохода – это бинарная система. И здесь ваш бонус ограничен суммой в $50 000 в неделю. Это максимальная сумма выплачивания по бинарам. Вы получаете здесь не за циклы, как обычно бывает в бинарах, а процент от товарооборота меньше ветки. На первых этапах, вот здесь 4 ступенечки у вас менеджер, вы имеете 10%. Следующие 4 ступеньки – это директорские ступеньки. Здесь вы имеете 15%. И на ступеньках амбассадор вы имеете 20% с минимальной ветки. Например, вы менеджер. И вот в минимальной ветке оборот составил 8000 BV. Умножаем на 10, получая $800 в неделю. На следующем этапе вы стали директором уже. И вам положено 15%. В минимальной ветке оборот составился $28 000, умножим на 15%, вы получили $4200 в неделю. На ступенечке амбассадор умножается на 20%. Следующий вид дохода – это 5%. Вот это уже линейный доход, линейное вознаграждение от вашей структуры, тех людей, которых пригласили вы и которых пригласили они. Вы пригласили, например, одного, второго, третьего, четвертого человека. Кроме того, что они выстроились у вас в бинаре каким-то образом, вы еще получаете линейное вознаграждение. То есть считаем, что они у вас и в линейке также выстраиваются. И каждый из них тоже приглашает одного, второго, третьего, пятого, десятого и так далее. У вас растет структура, и весь этот оборот дает вам 5%, 5% с неограниченной глубины. Вы можете пригласить 20-50 человек. Чем больше вы пригласите, тем, соответственно, шире ваша структура и тем больше доход вы будете иметь. Он не ограничен ничем, кроме вот этой цифры. $200 000 в месяц. То есть по бинарной сетке вы имеете $50 000 в неделю максимум. И по линейке вы имеете максимум $50 000 в неделю или $200 000 в месяц. Я надеюсь, никто не огорчится такими цифрами. И сейчас мы посмотрим табличку. Следующий, пятый вид дохода – это премии за достижение вами все более высоких уровней. Она начинается с уровня директора. Ну, давайте на табличке, все будет видно. Итак, вот мы с вами beginner, мы начинающие. Мы оплатили $50 и пригласили первых двух своих партнеров. Мы говорили, что здесь компания вам гарантирует $600, когда ваш оборот составит уже более 200. Вот эти $600, но в неделю на этом уровне вы получаете максимум $260. 260 максимум в неделю. Следующий уровень менеджер. Ваш оборот личной структуры, которых вы пригласили, которых они пригласили, 750 баллов, а оборот минимальной ветки в бинаре 375. Здесь вы уже получите еще $600. На этой ступенечке ограничение в неделю – это $760. Начиная с третьего уровня, здесь уже, чтобы иметь уровень третий, да, это региональный менеджер, вам нужно приобрести программу 150. И оборот должен быть не менее 3000 в вашей команде и не менее 1500 в вашей минимальной ветке в бинаре. Здесь еще $600 из вот того beginner бонуса вы получаете. Это с исключением того, что вы имеете доход от построения структуры и так далее. И ваш доход в неделю здесь ограничен планкой в $1000. Вот это все можно пройти, я считаю, за месяц. За месяц, полтора. И очень интересный момент начинается с того, как вы подошли к уровню директора. Здесь, как вы видите, вы оплачиваете уже 150 лицензию. Ваш оборот в команде
должен быть 30 тысяч долларов или выше, оборот в минимальной ветке по бинару 10 тысяч или выше. Планка вашего дохода на этом уровне 3,5 тысячи долларов в неделю. И на этом уровне вы получаете премии. Вот это очень важный момент. Вы получаете первую премию, которая составляет 10 тысяч долларов. Но если вы вышли на уровень директора за 3 месяца, вот внимательно, за 3 месяца, за 90 дней, вы получаете еще 10 тысяч долларов. Причем для нас с вами очень ценная информация. Запуск компании на русскоязычном рынке начинается с 15 января. До 15 января вот мы не считаемся, что мы начали бизнес. С 15 января будут считаться вот эти 3 месяца. И если до 15 января вы создадите команду, то вы можете и в первый месяц, в январе, например, выйти, или там в начале февраля, выйти на этот уровень. Потому что вы уже целый декабрь и пол января работали. Вот это прошу понять. У нас с вами просто уникальные возможности получить премию в 20 тысяч долларов. Ну, немножко напрягшись, конечно. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Здесь нужно работать. И вот эта премия в 20 тысяч долларов выплачивается вам за 2 месяца. Вот здесь срок выплаты за 2 месяца. Не сразу вы получите 20. Сначала 10, потом еще 10. Но я думаю, это тоже весьма-весьма весомо для любого человека. Как видите, на каждом уровне здесь дальше начинаются и премии. Вот 20 тысяч, и 50 тысяч, и 150 тысяч премии. И начинается вот этот бонус Infinity. Здесь на уровне директора он ограничен 200 долларами в неделю, потом 500 долларов в неделю, потом 1200. И в конечном итоге то, что мы говорили, 200 тысяч долларов в месяц или 50 тысяч долларов в неделю. И по линейному маркетинг-плану, и по бинарному 50 тысяч долларов в неделю. Вы, когда внимательно смотрите эту табличку, сопоставите, вы поймете, что здесь просто уникальные возможности для дохода. Деньги компания готова выплачивать очень и очень большие. Только, конечно, нужно поработать. И есть еще шестой вид дохода – это процент от мирового товарооборота. Очень важно понять, что все только-только начинается. Компания буквально 2 недели назад выставила сайт, и примерно неделю назад начались регистрации. То есть сейчас буквально первые шаги. Сейчас в основном включается и включились Америка, Канада. Но если посмотрим на сайт Алекса, вот со вчерашнего дня появилась уже и Россия. Уже видно Россию. Россия тоже включилась. Это очень быстрый, динамичный рост, потому что идея вообще привлекательна для огромного количества людей. Это не какой-то просто сетевой маркетинг. Приглашай и зарабатывай. Это не какой-то хайп. Вложи и имей. Это серьезная возможность для любого человека, который готов обучиться и зарабатывать серьезные деньги, просто работая в компьютере и участвуя в товарообороте вот этих крупнейших магазинов eBay, Amazon и так далее. Вот вам важно это понять. Здесь две уникальные возможности дохода. И когда вы доходите до уровня директора, вы начинаете получать вот с этого шестого бонуса. 2%, то есть половина вот этого всего бонуса идет на директоров. Их, конечно, больше всего будет. Но это уже пассивный доход, элемент пассивного дохода. 1% идет на сеньор-директоров, 0,5% на экзекьютив-директоров, ну и так далее. И это постоянно растущий ваш доход. Да, еще не сказал немножко вот здесь о пенсиях. Начиная с уровня президентского директора, вы начинаете получать пенсию в размере 25 тысяч долларов в течение года. Потом эта пенсия составляет уже 40 тысяч долларов, потом это 75 тысяч долларов и так далее. То есть сама идея компании вынашивалась людьми, которые военные. Они получают пенсию от государства, и они решили дать эту возможность всем партнерам компании Infinia иметь пенсию за проделанную работу. Когда вы создали большой товарооборот, вы вложили много энергии, силы, времени в развитие бизнеса Infinia, вы получаете пенсию и становитесь богатым пенсионером. Вот, друзья, в принципе, все сводится к элементарным действиям. Первый шаг – вы становитесь партнером и приобретаете для себя лицензию. Второй шаг. Вы приглашаете 2 партнеров, и это открывает вам двери во все виды дохода. И главное для начала это вот этот beginner бонус, второй бонус или подъемные.
То есть $600 вы получите, как только начнет развиваться товарооборот. И следующая задача за 30, за 90 дней выйти на уровень директора и получить $20,000 премии. Вот такая вот интересная информация. Теперь я предоставлю слово своей жене, что-то я мог не договорить, где-то акценты не так расставить, она немножко поможет, и поэтому я сейчас отключусь, а ей предоставлю слово. В любом проекте она показывает большие деньги, это правда, чтобы привлекать людей. Но когда мы видим эти деньги на начальном этапе, и когда мы видим огромное количество людей, которые имеют такие деньги, тут уж задумаешься. Обычно чек, извините, 100-200 тысяч долларов имеют сильные лидеры, и при том далеко не все. А остальная масса людей имеет совсем небольшие деньги. А некоторые вообще ничего не могут зарабатывать, потому что или продукт не очень конкурентоспособный, или ниша, скажем, не очень конкурентоспособная. Ну, когда мы тут увидели, что люди имеют чеки 200, 300, 600, 800 тысяч долларов, я скажу, мы в одном из проектов у нас, мы заработали, да, 200 тысяч долларов, чуть больше, почти за 2 года. И это хороший результат был, который позволил нам, скажем так, почувствовать настоящие деньги. Но когда человек иметь может такие деньги, извините, первый год, и при том не только мы, но любой человек, потому что очень такая жизнестойкая тема. Все же понимают, что такое электронная коммерция. Это большие очень деньги. Это то, что... Это миллионы активных покупателей, которые в интернете все покупают, и мы с вами в том числе. Это такие круговороты и обороты денег, которые позволяют, если ты понимаешь, как это зарабатывать. Поэтому тема живая и интересная. И она привлекает сегодня людей. Но есть одно «но». Проект на предстарте. Старт официальный будет только 15 января. И сегодня у нас нет еще русскоязычного перевода, то есть нет русскоязычных инструкций, у нас нет обучения на русском языке от компании. Поэтому компания сейчас, она нам дала возможность, скажем, на предстарте обосноваться, разобраться, может, кого-то пригласить пока что на первых порах. Но действия начнутся, грубо говоря, 15 января, и промоушен вот этот трехмесячный, чтобы выполнить квалификацию директора, начнет считаться с 15 января. Но вот все, что вы сделаете сейчас, это будет идти в этот суммарный оборот. То есть считаться начнется с 15-го, но то, что мы сейчас сделаем, тоже пойдет в зачет на этот оборот. Потому что выполнить квалификацию директора, друзья, это суммарно заработать порядка 50 тысяч долларов. А обороты не очень большие. Мы делали гораздо больше оборотов в других компаниях и не зарабатывали таких денег. Поэтому тут даже средние руки специалист, не очень сильный, там, большой сетевик, он может даже сделать это за 3 месяца. А если у вас есть опыт приглашения, если вы понимаете, насколько быстро все в интернете, то карты вам, так сказать, в руки. Потому что сюда скоро придут все. Посмотрите на Алексу. Вот этот данный сайт, ему 2-3 недели, и он сейчас занимает сумасшедшие, фантастические позиции, рвет вверх, как волна какая-то невероятная. Поэтому, ну, как я обычно так говорю, с нами или без нас, понимаете, этот проект сейчас начнет сумасшедший рост. Вот сумасшедший рост, вот попомните мои слова. К официальному старту тут уже будут несколько тысяч человек в проекте на русскоязычном рынке. А может быть 10 тысяч человек, потому что очень быстро люди заходят. Вы решайте, надо вам это, не надо, интересно, неинтересно. Хотите вы сюда свое внимание уделить или не хотите, но проект интересный однозначно любому человеку. Мы не можем еще вас научить пока, как работает этот робот. Сами пока не умеем, скажу честно. Но мы уже, скажем, стоим на пути осмысления всего этого. Но пока нет перевода на русскоязычный рынок, конечно же, мы не можем давать какие-то четкие инструкции. Вот. Но мы будем это делать, мы будем обучать, мы будем давать видеоуроки, кроме того, что это будет делать компания. То есть нас фактически компания будет давать нам возможность научиться торговать на eBay, на Amazon, вот на этих площадках, где люди за сутки имеют несколько тысяч долларов дохода.
Понимаете, вот этому будет она нас обучать, потому что мы этого не умеем никто. Поэтому это новая специальность, новая профессия, новая абсолютно ниша. И тот, кто обучаем, тот, кто понимает вот срочность вот этого всего и своевременность, тот, конечно, пойдет и людей будет приглашать. В любом случае, если есть вопросы, давайте, мы сможем ответить на них, мы ответим. Такая презентация еще будет сегодня в 22:00 по Москве, в этой же комнате. Вы можете пригласить своих потенциальных партнеров, мы проводим такие презентации два раза в день. Сейчас два раза в день. Они еще не классические, они еще не полные, потому что мы еще какие-то нюансы не уточнили. Но, по крайней мере, какая-то уже начальная информация есть. Хорошо. То есть, когда люди успели заработать, я вот буквально был тренинг перед этим, я рассказывала. Значит, до того, как компания Infinii предложила нам сотрудничество, она уже 2,5 года называлась по-другому, работала на американском рынке и продвигала именно курсы по обучению, как торговать на Амазоне, eBay и на вот этих всех площадках. То есть она продавала по сети, я так поняла, по свои обучающие курсы и учила, ну, как бы, учила людей зарабатывать на этих площадках. Потом они поняли что-то, наверное, да, за 2 года, заработали такую массу денег, больше 2 миллиардов, создали большое количество богатых людей, но это все было только на американском рынке. Но потом они интегрировали в этот проект, они добавили, сделали вот этот уже площадки свои, закупили свой товар на 8 миллионов, они создали вот этот IT-программу, вот этот робот, который позволяет это делать не только в Америке, но во всем мире. Потому что то, что они умеют в Америке, то есть доступно в Америке, мы не всегда можем это использовать в силу там каких-то законодательных вещей. Но они это все интегрировали, объединили в новой идее. То есть это всего лишь появилось другое название и добавилось, как бы, добавились возможности. Кроме того, что это обучение продолжает иметь место, но еще и... Как я поняла, если раньше там такое все массовое обучение стоило 4 тысячи, не массовое, вот это самое крутое обучение стоило лицензия 4 тысячи долларов, в которое входило обучение по всем направлениям, торговли вот этой, по всем нюансам, то сейчас они разбили его и сделали 400 долларов, там, грубо, в месяц или там 50 долларов в месяц, то есть растянули во времени, и кроме того, что они будут давать на каждый из пакетов обучения, они еще и создали свой вот этот робот, который позволяет нам, пока мы обучаемся, и у нас еще нет знаний такой мощной торговли, делать на автомате какие-то действия и зарабатывать. То есть они добавили вот этот вот робот. И изменили маркетинг, изменили подход, то есть людей, которые бы у нас, вот, которые бы вложили 4 тысячи долларов за обучение, как вы понимаете, найти днем с огнем. А вот когда это все разбито на маленькие части, тогда это даже очень даже все доступно. Вот, поэтому они просто стали по-другому называться и принесли новые продукты. Тут несколько будет инструментов вот этих таких автоматизированных. Фактически можно будет на автопилоте это делать, вкладывая в деньги какие-то, ну, то есть покупаешь один из пакетов. Но в любом случае все, что и было, все то, что у них было до этого, почти 3 года, они интегрировали в это новое направление, по-другому это называется, это стало доступно на русскоязычном рынке, и это еще привлекло за собой большое количество новых инструментов. Они ведь растут тоже, правда же? То есть то, что они там начали, сделали, а теперь вот они обновили это все. То есть это фактически продолжение этого проекта. Как я это все поняла из тех источников, которые нам пришлось проработать. Потому что те люди, которые принесли на русскоязычный рынок, они все в этой компании, предыдущие уже лидеры, и они вот уже принесли это все на русскоязычный рынок, американцы эти.
Да, конечно, Виталий, все правильно. Там вы ж по... Коль, включи, пожалуйста, слайд вот этот по общей табличке. То есть вы можете зарабатывать только на этом стартовом пакете определенное количество денег. Вот смотрите, видите? Вы можете быть на первой ступеньке и вот на второй менеджер. И вот у вас максимально, вот тут вы $260 в неделю можете иметь, а здесь 760. Если вы хотите больше, вам нужно покупать пакет на 100, переходить на пакет 150. Это уже новая ступенька, национальный менеджер, и она предполагает уже обороты другие и чеки другие. Понимаете? И вот мы находимся на этой ступеньке 150 до самого директора. Еще директора мы можем сделать на этой ступеньке пакета 150. А потом, если мы хотим расти дальше, нам нужно уже оплачивать пакет на 400. Ну, тут очень большие, конечно, деньги, и поэтому этот 400, если в месяц заплатил 400, а заработал 10 тысяч долларов, то же вы же понимаете, 400 это ничто. Поэтому по мере роста все очень лояльно. Пока зашли на 50, вот тут и доход небольшой. Растем по структуре, обороты растут, мы вынуждены покупать более дорогой пакет. Поэтому 15% на любом пакете, но только до вот этой вот планки, да, вот больше вы не получите. Если вы будете оставаться на уровне менеджера, на пакете 50, и у вас будут там вот люди заходить и структура расти, то вы больше, чем $760 в неделю вы не получите. Даже если у вас оборотов будет гораздо больше. Чтобы получать, нужно переходить на более дорогой пакет. Я думаю, вы понимаете, это обоснованно. Реферальные платятся всегда, да? Это реферальные. Да, конечно, конечно. Мы сейчас все на 50 зашли. Так как нам еще многое же непонятно, все мы сейчас зашли на 50. Пока никто, ну как все, даже да не все, даже далеко не все, кто еще присматривается, ждет официального старта, это нормально, человек сам выбирает, когда ему переходить. Поэтому мы вот лично на 50, 2 места, 3 места у нас, так как это бинар, и мы рекомендуем этот золотой треугольник делать личным для себя, это выгодно, это 3 у вас будет доходных места, не пропускайте их ни в коем случае, ставьте себя на эти 3 места, это такая вот подсказка сетевика вам. То есть 3 места обязательно, небольшие это деньги, вы потом в крайнем случае можете кому-то уже отдать, подарить, там, я не знаю, продать, но забейте на себя эти 3 места. Когда оно нормально пойдет у вас, и вы будете видеть, почему вам лишаться 3 источников дохода. Товар покупать надо будет, да. Товар для торговли можно будет, то есть надо будет покупать. Или же мы его зарабатываем в виде бонусов и премий и реферальных в структуре, то есть вот тут вот, когда мы приглашаем людей для стартовой торговли. Или мы свои какие-то вкладываем, это уже как бы личное дело. И человек иногда приходит сюда, покупает робот, проходит обучение. Ну вот как классика, да, человек понимает, что такое торговля на Амазоне. Он пришел, купил за $400 пакет, прошел за месяц обучение, научился этому всему, как торговать на Амазоне, на eBay, да, потому что это обучение, извините, это стоит денег. А может быть, за один месяц он и не научился, а будет и второй месяц обучаться, а может быть и третий, и начнет уже чуть-чуть зарабатывать. Но как только он освоит это все, ему даже приглашать никого не надо, он сможет зарабатывать, вот как-то американка, мы вам давали ссылку, в сутки $4200. Сутки за 24 часа. 2500 на Амазоне и остальные 2000 почти на других площадках. Вот она, то есть она получила эти знания, и они дают ей такой доход. Поэтому это как покупаем курсы. Быстрее обучается человек, быстрее сообразил, быстрее научился. Не хочет лениться, ну, дольше будет обучаться. Ну, то есть он оплачивает все вот это. А может на автомате там запустить и сам не торговать на, вот как, например, мы. Нам больше нравится структуру строить, поэтому мы не будем там особо вникать в Амазоны. Мы на автомате запустили, и пусть оно там работает себе на том автомате, который предложен. Но нам интересно строить структуру, обучать людей как бы сетевым премудростям. Вот, но не все же любят приглашать, правда же, не всем это хочется, и многие идут сюда именно только потому, что можно не приглашать и зарабатывать. Поэтому, естественно, что кто-то заработает в структуре тут и будет
вкладывать эти деньги, кто-то свои вкладывать. Но есть еще вариант не вкладывая. Я его не знаю, я не могу вам об, о нем сказать. Но Алексей Фомин сказал, что такой вариант возможный есть, не вкладывая деньги. Ну вот он сейчас находится, только прилетел в головной офис, встречаться с президентами, смотреть на это все своими глазами, снимать это все для нас, записывать все эти склады, все эти офисы, то есть все своими глазами увидеть, пожать руку буквально тем людям, которые находятся во главе. То есть вот как бы мы так его, ну не то чтобы обязали, а сказали: спонсор, вперед, давай, едь, лети, полетел он на самолетом, уже там. Разбирайся, смотри, потому что нам надо знать тонкость. Но он сказал, что вот как бы есть такая возможность. Мы пока о ней не знаем. Бонуса номер два как-то учитывает равновесие в ногах или на полтора умножается. Как-то учитывается. Как-то учитывается и много что учитывается. Вот тут вот эти нюансы, вот их нужно еще пропитаться ими. Вот мы с каждым днем находим какие-то новые грани в этом маркетинге, так как мы языка не знаем, что-то мы переводим каким-то там топорным способом, но нюансов мы не знаем. Поэтому как только нюансы вот эти вот проявятся, вот где и что, мы, конечно, дадим уже четко все в нюансах. Но это все, опять же, друзья, вы не, пожалуйста, не обвиняйте нас, что мы где-то что-то не договариваем. Старт будет 15-го, перевод будет 15 января, и мы уже будем знать все. Но пока что вот мы говорим то, что поняли. То есть, это, что тут видите, вот первый столбик – это личный товарооборот, второй – это от бинара, поэтому тут все вот эти составляющие до кучи нужно связать и пропитаться этим маркетингом. Сразу скажу, что вот пока там мы дождемся пока перевода, можно уже создать команду человек на 200, на 500 за этот месяц, понимаете? Людей, которым это будет интересно. Кто-то отпадет, а кто-то пойдет дальше. Поэтому время тратить нельзя, для этого мы и проводим презентации. Вот. Ну, а потом, конечно, пойдут очень большие деньги, потому что они тут возможны, они тут заложены в идее, в продукте, в инструменте и в самом маркетинге. Треугольник. Ну, вы знаете, иногда в некоторых компаниях, Наталья, можно, а в некоторых не знаю, поэтому мы на всякий случай на детей. Ну, там, нас двое, да, еще детей у нас трое, поэтому как бы мы сразу там 5 мест забили. Мы знаем, что такое бинар. Мы знаем, что любое из этих мест можно потом, ну, по крайней мере, подарить кому-то, если там на то уж пошло. А зачем дарить, если наши дети даже заинтересовались этим? Они никогда ни одним из наших сетевых проектов не интересовались. Сейчас все заинтересованы. Все ждут, не дождутся, когда это все уже переведется, чтобы начать торговать, разбираться. Вот такая вот идея, представьте. Ни один из проектов, в котором мы были, их не интересовало. Сейчас все заинтересовались. Поэтому для молодежи это понятно. Мы все 5 мест и забили себе. Это грамотно. Оплачивать пару уже за работами. Конечно, в том-то же дело. То есть в том-то и дело. У человека нет сейчас денег. Но так, за счет активности сейчас мы пришли, людей пригласили, люди приходят, начинается товарооборот, нам выплачиваются реферальные. Как сказали, там на сайте написано, с завтрашнего дня уже пойдут первые выплаты, потому что люди работают с 1 декабря. Мы пришли, я не помню какого, 12 или какого, а есть другие ветки, там грецкая ветка из Греции. Они работают с 1 декабря или даже раньше, те, кто с Америки раньше получили это. И они, то есть уже у людей уже деньги заработанные есть. И вот эти вот бонус, которые вот стартовые, о котором Николай говорил, 1800 долларов подъемные, вот они тоже как бы, они направлены именно для то, на то, чтобы мы начинали торговать, вкладывать деньги. То есть мы заработали за счет своей активности, пригласив других людей в эту идею, привлекая их в эту идею, да, нам заплатили эти деньги, вот они у нас есть. Мы берем, покупаем эти кредиты, там есть возможность купить эти кредиты один к одному, и начинаем торговать. Вначале там методом тыка, пока нет инструкций. Там, в принципе, как бы то, что мы смотрели, так там не так уже сложно. Но, опять же, это же на первый взгляд, понимаете? Речь-то идет не о том, чтобы 10 долларов в день заработать, хотя некоторых и 10 долларов в день спасут. Речь идет о серьезных деньгах в день, которые можно заработать. Этому нужно, конечно, учиться. Поэтому, да, вот именно весь фокус в том, что мы заработали их и начинаем брать эти деньги и торговать на бирже, так сказать.
Есть ограничения в возрасте? Да, думаю, нет. Какие ограничения на ЗИЛ? Если ребенок 16-летний шурупает лучше, чем его бабушка, и он понимает, и они как раз вот эти ребенки, они-то и торгуют, и умеют тут соображать, то я думаю, что, наверное, можно. Ну, я не знаю, но, наверное, можно. Мы в любых проектах, у нас даже внучка где-то подписана, поэтому можно, я думаю, можно пробовать. Все по 50? Нет. Можно хотя бы забить за 10. То есть, когда вы 10 оплатили, все, это место дает вам возможность приглашать. И вы можете на это место пригласить еще парочку людей, понимаете? И вы как бы забиваете возможность иметь партнерскую программу. Вот 10 долларов – это возможность иметь партнерскую программу. Заплатил, и у тебя есть возможность приглашать. Если ты просто забил, можно просто забить, без денег. Но зато под это место ты никого не подпишешь. Оно будет висеть там, пока ты его не проплатишь. Это тоже как бы вариант. Но если ты хочешь и под это место еще несколько людей себе пригласить и забить, тогда его нужно на 10 долларов проплатить. А если оно у тебя просто, ну, как занять место, чисто занять место, то оплачивать не надо. Эти проценты, я же говорю, это вот то, что мы сейчас в этом всем варимся, считаем. То есть мы считаем, что это не больше, то есть личного оборота, то есть тут имеется в виду не более 60%, чтобы был ваш личный оборот вот в этом всем. Остальные 40 – это бинарный оборот. Лично это имеется в виду ваших личников, то есть линейный план, да, то есть тех, кого вы лично пригласили и тех, кого они пригласили, вот не более 60% должны быть личники. Остальные 40 – это вторая ветка бинарного. Наверное, так. Ну, это наверное. Очень сложно, когда нет такого уже, знаете, перевода скрупулезного. Ну, это мы так думаем, ну, посмотрим. Где вы можете посмотреть начисления? Вот когда откроется это все на сайте, вы увидите, где это можно посмотреть начисления. Пока нигде. Сайт – это бета-версия, друзья. Это тестируется версия, которая в тестовом режиме. Пока нет официального старта, версия в тестовом режиме. Там написано у вас в кабинете, что ведутся работы. Это говорится о том, что что-то где-то тестируется, что-то добавляется, что-то убавляется. То есть они формируют сейчас, наполняют, фаршируют этот сайт всем необходимым. Но, как сказал представитель, я думаю, вы все были на этой встрече, один из учредителей, он сказал, там будет вообще все, вам нужно все, и все будет на русском языке. Что и не будет потеряно совсем. Я думаю, нет. Вот мне кажется, нет. Я не знаю, то на точно, вот 100%, но мне кажется, нет. Какой смысл компании убирать и еще этим заниматься, чтобы эти места убирать? Мне кажется, это лишняя трата времени. Я не видела нигде в компании, чтобы убирали. Они висят этим, по крайней мере, из тех, где мы были. Поэтому я думаю, что оно еще повисит. Возможность апгрейда пакета до исчисления месяца в проекте есть? Думаю, да. Потому что вот сейчас, да, мы вот сейчас на менеджера вот вышли, ну, это нас так, мы думаем по подсчетам, пока же еще нет ничего, ну, чисто вот вручную то, что мы посчитали. Но очень скоро уже мы выйдем на вот этого регионального менеджера, и а тут уже, если ты хочешь больше зарабатывать, чем 760 долларов в неделю, то нужно тебе уже переходить на пакет 150. Понимаете? И тут как бы месяц месяцем нам придется еще раз покупать пакет за 150, как бы. Может быть, есть возможности этот использовать и этот, может быть, не знаю. Но мы будем вынуждены, потому что мы хотим, чтобы у нас было уже 1000 долларов в неделю. Понимаете? Поэтому 150 найдем, если 1000 долларов в неделю. Все нормально. Тут как бы оно само тебя подталкивает к покупке более дорогого пакета, потому что вот эти чеки недельные, они очень и очень сладкие. Видите, и вот даже вот когда мы директора сделаем, а на директоре, друзья, мы так подбили где-то порядка 50 тысяч. Вот пока вы дойдете до директора, и вот это вот планки, мы будем четкие шаги прописывать, делать тренинги по этому, как дойти до директора. Сами будем это выполнять и будем вам передавать. Будем обучение такое проводить, потому что вот это вот планка. Первая планка – двух лично пригласить, а вторая – вывернуться наизнанку и сделать директора. Я думаю, каждый из вас понимает, о чем я. Это те деньги, которые сейчас нужны каждому.
И вот мы будем это делать все. Выйти на 15%, на вот этот вот чеки эти премии все. И тут хочешь, не хочешь, нужно переходить на оплату 400. Потому что такие деньги, они оправданы. То есть это как бы совсем смешно. Поэтому я думаю, есть. А лично, если сразу есть. Деньги за приглашение. Да, деньги за приглашение будут выплачиваться. Написано на сайте компании, выплаты начнутся с 17 декабря, то есть с завтрашнего дня, если ничего не изменится. То есть уже будут возможность нам видеть начисления и получать эти деньги на... Ну, туда. Куда оно будет открыто. И карта тут, значит, перечислят на ту карту, с которой регистрация была, так нам Фомин сказал, и своя тут будет карта, и другие, несколько будет вариантов. Скажите еще про регистрацию 3 мест одному партнеру, сразу оформить, и потом платить можно. Да, да, Светлана, именно так. Забивайте эти места, вот послушайте меня. Вот слева 12 статусов, как часто они меняются, еженедельно, ежемесячно, есть какой-то отчетный период. Я думаю, что они накапливаются, я так думаю, что суммируются, но он тогда происходит, когда ты делаешь этот оборот, вот региональный менеджер, да, когда ты на пакете 150, когда у тебя личные, команда дает 3000 баллов, бинарная 1500, ты вот эти премии уже 1800 эту всю загреб. И ежемесячно, еженедельно у тебя получается 1000 долларов. То есть вот этот вот объем тебе нужно, наверное, выдерживать. Вот когда ты на этом объеме 3000 и 1500, ты региональный менеджер. Если ты на следующую неделю не сделал этого объема, не подтвердил, то ты, наверное, опускаешься на уровень ниже. То есть твоя задача удерживать, да, ты раз выполнил. Не было про того, чтобы про такое, чтобы там две недели держать, не было. То есть я думаю так, что вот это вот оборот, это как только мы на него выскочили, все, мы региональные. Ну и на нем нужно удерживаться, чтобы этот чек иметь. Думаю так. Ну, будем посмотреть, потому что, ну, я сейчас, знаете, так уже, хочется всего, чтобы было и легко, и отлично, и мягко, но вы же понимаете, что не бывают такие деньги вот так вот, без всякого напряжения, вот так вот пришли, ничего не сделали, и сразу нам бабах куча денег. Американцы не заплатят просто так кучу денег. Нужно выполнить какие-то условия. Главное, в какой-то нише их выполняешь. Одно дело, ты БАДы продаешь, понимаете, где-то. Кстати, тут кто-то сказал, что даже самому можно будет продавать на своих площадках свои продукты, какие вы хотите выставлять. Вот. Поэтому тут ниша такая очень, знаете, вне конкуренции. Я не видела еще ни одного проекта, который бы предложил нам возможность обучиться развивать собственный бизнес на Амазоне, понимаете, научиться этот бизнес развивать, то есть научиться, как продавать на Амазоне, заниматься торговлей на Амазоне и аналогичных площадках. Еще при этом предложил робот, который облегчит какую-то там торговлю где-то на других площадках каких-то, вот, будем же смотреть. Да, и при этом, ну, то есть я не видела еще такой вот ниши, поэтому у нас очень конкурентоспособная ниша. Это интересно любому, все же понимают, какие там обороты на этих Амазонах. Да, может, не каждый разберется и не сразу. Ну так что? Не святые горшки обжигают. Но я всегда говорю, мы что, тупее американцев, что ли? Они разобрались, а мы что, не разберемся? А в спонсорскую ветку обязательно партнера приглашать, чтобы получать? Да, обязательно двух личников. Одного в спонсорскую, одного в свою личную. Как минимум двух. Как минимум, обязательно. Это обязательное условие, это квалификация твоя. Это вот квалификация твоя на начальном этапе. Тебе нужно обязательно двух личников пригласить. Если ты их не пригласишь, ты ни копейки не получишь от тех людей, которых тебе выстроил спонсор или переливом тебе попали. Ты не получишь от них денег, пока ты не пригласишь двух. Не проплатишь 50 и не пригласишь двух лично. Да, пожалуйста. Давайте, друзья, еще вопросы. Если вопросов нет, мы тогда расстаемся.
Такие презентации мы проводим на всю пока структуру. Вы можете ходить, приглашать, другие потом спикеры подтянутся. Если есть какое-то обучение для нашей личной команды, то это мы отдельно там проводим. Если будет обучение для общее, для всех, и такое тоже будет, и не только от нас. Просто ну, мы как бы, понимая, что людям нужно помогать, мы взяли на себя такую роль вот, то есть спикеров. Но потом поднимется большое количество спикеров, получше, чем мы. И будут проводить, потому что тут очень быстро все начнет расти. Вот наша комната, видите, 120 человек. В ней все, больше она не поместит за один раз. Поэтому будут другие, и Фомин будет проводить, и другие лидеры будут проводить. И среди вас есть много, я знаю, лидеров, достойных людей, спикеров, которые тоже будут проводить. То есть информация будет идти очень быстро. А два могут на 10 быть? Да, а два могут на 10 быть, все правильно. Не нужно, не обязательно на 50 пока что. Но если, то есть если вы просто хотите забить, если вы хотите деньги зарабатывать, то нужно, чтобы они были активированы. То есть если вы просто хотите структурку начать строить, вот у вас там вы на 50 зашли, или может на 10 даже, и хотите просто структуру строить, вы просто на 10 как бы людей заводите, все. Но если вы хотите деньги зарабатывать, то все должны быть на 50. И вы на 50, и два места под вами на 50. Ну, вы, я к чему вот про эти треугольник? Вы же можете пока этот, ну как, треугольник и не оплачивать. Вы, может, у вас есть, кроме своих, своей семьи, другие люди, которые и так придут и оплатят ваши личники, понимаете? Те пусть висят просто первое место, два под вами. А дальше вы пригласили личника чужого, другого человека, и он оплачивает. И вы активны. А эти места все равно, они ваши, вот те, которые первые висят. Понимаете, о чем я? Я не сложно рассказывала. Не считается. Если у вас нет личника платного, проплаченного в спонсорской ноге, вы получите только за личные приглашения, вот как бы от вот этих, наверное. А получать со структуры вы не будете, Галина. Если партнер заплатил 10 за партнерку, комиссионный нет. Нет, а что он? Он только имеет возможность партнерскую программу созидать. Он не купил продукт. Он может деньги получить только тогда, когда продукт купил. Не знаю, Раймонда, не знаю. Вот этого, как можно. Да, их можно активировать типа позже. Да, конечно, конечно, все правильно. Главное, чтобы у вас были два личника, если вы хотите сейчас на 50 зайти и начать уже деньги зарабатывать, подготовиться к торговле, чтобы у вас уже каких-то было 200, 300, 500 долларов заработанных, чтобы вы могли ими начать торговать. Компрессия, ну я не знаю про компрессию, Раймунда, пока не могу сказать. То вы можете вот эти свои личные два места еще под вами, просто пусть они висят, потом активируете, да, все верно. Свои карты можно, ну, наверное, можно. Потом же там можно карту поменять. Поэтому вы можете проплачивать со своей карты, только не более 5 проплат проходит. 5 карт, 5 проплат со своей карты, потом блокируют, ну, не блокируют, они дают больше, не пропускают с одной карты. Поэтому не более 5 регистраций с одной карты. Но там потом в кабинете, там есть возможность поменять, так сказали мне. Друзья, все разберемся, если где-то что-то нам, что-то непонятно, по ходу все разберемся. Главное сейчас понять, что мы находимся впереди скоростного паровоза. То есть паровоз скоростной мчится, а мы впереди бежим. Вот такие мы с вами. Бежим, глаза вылазят на лоб, а мы бежим. Потому что нам хочется быть впереди планеты всей. Поэтому, естественно, многого мы не замечаем. Ну, это так вот такая мета. Не судите меня строго за нее. Ну, так оно и есть. То есть еще многого не знаем, а мы уже стремимся структуры строить. Ну, вот мы такие. Эффективная из непроплаченного спонсора вышестоящим проплаченным перелетает. Ну как перелетают? Вышестоящий получает тот, что ему положено, он получает. То, что по его планке положено. Это не означает, что он получит деньги своего ниже непроплаченного. Нет, он получит свои деньги, которые положены ему. По маркетингу.
Все, друзья, прощаемся. 22:00 по Москве. Можете приходить и приводить своих потенциальных партнеров для ознакомления с начальной информацией. Это еще не стандартная презентация. Всем спасибо большое. Хорошего всем вечера. Пока-пока.